Нас вообще позвали как поприсутствовать. Я такого раньше не видела. Очень интересная вещь. Я тут думаю, как бы подвесить еще один шарик, но мне не разрешили. Я так поняла, вы специально устроили елку желаний, пока вот здесь собирались люди на инвестсовет, да? Да, и все верно. Проходите. Да, да, да. Везите идти будет губернатор. Через 5 минут. Пять минут. Чудо и чудеса должны случаться. И для этого у нас есть такие замечательные друзья и помощники. Добрый Дедушка Мороз. И мы поможем с транспортировкой, доставкой подарка. Вот Никита с Дальнегорска попросил робот-собаку. Угу. Поэтому я думаю, что Никита получит. Сейчас мы все организуем. А мы сейчас находимся в большом холле правительства Приморского края. И посмотрите, как разбирают елку желаний. Каждый снимает игрушку и читает, что хочет получить ребенок на Новый год. Вот они, Дед Морозы, смотрите. У меня очень маленький мечтатель, ему 4 годика, из Тавричанки, и он мечтает о подарке-сюрпризе, но 4 годика мы что-нибудь придумаем. Да? Мягкую игрушку или что? Я абсолютно вчера заходила в магазин и видела такой большой метровый практически грузовик. А в чем суть этого мероприятия? Елки желаний? Ну, насколько я поняла, все как бы пишут, дети пишут свои желания, и те, кто могут их исполнить, их берут и делают. А о чем ты мечтала в детстве? Вот прям какой подарок хотела? Сильно-сильно-сильно? Я очень хотела фигурные коньки на самом деле. А вот рядом стоит пресса и все это снимает. Сейчас узнаем, о чем они мечтали в детстве. Я мечтала о большой лошади, живой. Ты серьезно? Да. Вот это подарочек. А еще о баргамаке. Это такие санки. В Приморском крае их называют снегокаты, кажется. И тут где странные такие желания, но очень объемные лошади. Ну так, девочка с Сахалина, извини меня, у нас там нет дорог, приходится как-то ездить. О самолете. Серьезно? Серьезно. Об игрушечном? Нет. А настоящем? Да. Мы в основном мечтали о подарке, которые там сладости. Сладкие, и чтобы там обязательно была ракушка. Такая шоколадная ракушка, и у нее такая пралиновая начинка. У меня всегда все было, все хорошо было. И если ты сейчас загадаешь новогоднее желание, оно непременно исполнится. Говори. Какое? Какое? Да. Съездить в настройку настоящую в Амурскую область. Вау, ничего. Город свободный. Сюрприз. Да что ж такое все сюрприз, да сюрприз, а для кого? Для Софии 3 года. Откуда? Живет в Надеждинском районе. Маленькая. Село Вольно-Надеждинское, да. А вы уже представили, что можете подарить? Для себя, конечно же, я представил. Подарок будет, конечно, с достоинством выбранный, но мне подсказали, тут можно зайти по QR-коду, и там будет подсказка, что хочет София. А что вам досталось? Ну, что досталось, я еще не выявил. Почему? Потому что вот здесь QR-код, нужно здесь вот зайти. То есть там не написали? Ну, город Партизанск мой. И не мальчик, а не девочка. Не понимаю, да. Но поеду сам лично в Партизанск вручать. Еще 3 желания всего лишь осталось. Это Уссурийск, город Артем и город Владивосток. Сейчас все ждут губернатора. Именно он должен снять последний шарик с елки. Такая традиция. Я правильно поняла? Вы сейчас готовитесь и ждете губернатора? Прицеливаемся. Как отснять лучше это мероприятие? А губернатор уже участвовал в «Елке желаний»? Да, ежегодно участвует. А что обычно ему доставалось? Какие подарки? Ой, я уж не вспомню. Там музыкальный инструмент, кажется, один мальчик просил. То ли баян, то ли гитару. Что-то такое было. Девочки, куклы, как правило. Чего так поздно пришли? Мы всегда вовремя. Тут уже шарики снимали. А нам нужно главное лицо. Главное лицо? Угу. Мы не мелочимся. Приглашаю вас принять участие в ежегодной акции «Елка желаний 2023». Артем из Артема. Это уже замечательно. Вы сами можете придумать, какое желание исполнить этому ребенку. Александр. 15 лет. 15 лет. Мечтает о подарке, тоже сюрпризе. Вы так понимаете, что тоже брать или составить, да? Ребята подскажут. На работе, в различных ведомствах участвуют в этом мероприятии, поэтому тысячи детей будут охвачены вниманием. Это очень здорово. Это еще раз говорит о нашей большой приморской семье, о уважении.
другу, значит, о том большом празднике, которым является Новый год. Это все желание из семей, где есть детки с ограниченными возможностями здоровья, есть детки с инвалидностью. Это семьи, у которых отцы сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Полно мыли здесь, да, как вкусно пахнет? Это всегда так? Да. Вы хотите сказать, губернатор идет по вот этим вот... Здесь. А, не здесь? А, я думала, это специально для него пол помыли. Нет, нам нужно периодически, чтобы на юг проходить. Вот, смотрите, он заходит обычно через сюда. Так. Мы его встречаем, и на лифте они поднимаются уже на свои места. Любит среди людей, да, сидеть? Конечно. Да. А вы его провожаете обычно, нет? Или его, он сам? Да, его встречают, его конечно, встречают, да, показывают, как конечно. Идти. Он, не, он уже сам все знает. Как быстренько, раз из лифта и сюда. Там, с кем обычно он приходит? И не смотрел, да? С кем, да, не обращал внимания. С кем ты пришел? С родителями своими. Это папа и мама? Да. У вас такая традиция раз в неделю куда-то ходить всей семьей? Ну да, стараемся на выходные куда-нибудь выбраться. Угу. А вы знаете, что есть такой проект «Всей семьей.рф»? Нет, не знаю. Мне кажется, он вам просто идеально подходит. Надо зарегистрироваться на сайте всейсемьей.рф. Угу. Каждую неделю вам будут давать задания. А мы и так блогеры, мы ведем свой блог там. Да, вы что? Да. Как бы есть просмотры в ТикТоке, подписываемся, Валеев Денис, там 5 миллионов просмотров есть. Это очень интересно, потому что это объединяет. И сейчас вот такая тенденция идет, что ну, продвигаются семейные ценности. Это очень здорово. Прямо такое новогоднее настроение. Именно о такой новогодней елке я и мечтала в детстве, чтобы пришел Дед Мороз и исполнил мое самое заветное желание. Это была программа «Ход конем». До встречи.